Покупай, почему никто ничего не у меня не покупает, я не понимаю. Олег, ты готов? Продолжение будет. И, кстати, по сравнению с городом Днепр, здесь намного теплее, здесь солнышко, и это очень круто, что очень согревает и делает праздник очень-очень атмосферным. Малый, ну что ты, лицо подбрось, все уже прошло. Все хорошо, все отлично. Гляньте, у него даже прыщи повыскакивали на лбу от переволнения. Не думайте, что у нас артистов тут великолепные условия. В общем, это не важно. Спасибо большое, друзья. Ну что, друзья, мы готовы. Буквально через 20 минут мы начнем мюзикл. Яркий. Вот, особенно буду я в нем яркий просто. У меня положительная роль, вы уже даже видите сами по гриму, что я очень положительный. Скажи, Диана. Да, вот. А это чувак стоит, угадайте, кто это. Покажи, что это. Да я видосик снимаю. Эй, покупай хорошие булочки. Да, булочки, недорого. Хороший свежий рыбалас. С Африки привез. Покупай, почему никто ничего у меня не покупает, я не понимаю. Ничего не понимаю. Вот так, друзья, вот в общем готовимся. Конечно, хочу. Конечно, ты что, он будет суперзвезда. Смонтируешь, ты же монтер. Вот, а такой монтер уже пятую программу по этому, по монтажу поменял. У меня такой монтер. А в чем ты? Ладно, стараюсь. Ну что, друзья, мы почти готовы. Будем сейчас давать жару. Олег, ты готов? В общем, будем работать. Я приехал сюда поздравить жителей этого прекрасного села, пожелать им всего-всего хорошего. Но, конечно же, самое главное, что я могу, это подарить позитивное, хорошее настроение. Поэтому продолжение будет. И, кстати, по сравнению с городом Днепр, здесь намного теплее, здесь солнышко. И это очень круто, что очень согревает и делает праздник очень-очень атмосферным. Что, до встречи на сцене. Друзья, ну что, в общем, я готов к выходу. Переживаю, гад, очень. Как вы видите, я в палатке. Вот. Не думайте, что у нас артистов тут великолепные условия. В общем, это не важно. Я волнуюсь очень сильно. Вот. Но думаю, все получится, все удастся. Все будет вот так вот. Голос немножко подсел, дискотеку вел. Все понимаю, что перед исполнением песен лучше вообще беречь голос и не проводить ни дискотеки, ничего, потому что потом просто сам себя не узнаешь и очень тяжело петь. Ну, в общем, я надеюсь, я справлюсь. Просто дело в том, что я перед вот сейчас концертом я провел 2 часа дискотеку 80-е и 90-е. Ну и, как вы понимаете, был еще МС. Поэтому нелегко. Ладно, все, справимся. Пожелайте мне удачи. В общем, друзья, все прошло успешно. Детям понравилось. Ну, для нас большего и не надо. Главное, чтобы детям понравилось. Думаю, что все удалось. Потом спросим режиссера, что да как и тому подобное. Светлана Николаевна! Малый! Ну что ты, лицо подбрось, все уже прошло! Все хорошо, все отлично! Гляньте, у него даже прыщи повыскакивали на лбу от переволнения! Эй, друзья, сегодня я опять
константиновцы. Спасибо большое, друзья.